рассчитать все риски, спланировать бюджет, проанализировать конкурентов и составить бизнес-план. Это и многое другое. Начинающим предпринимателям Тверской области помогает узнать образовательная программа «Азбука предпринимательства» регионального центра «Мой бизнес». С желающим начать свое дело пообщалась Наталья Чекет. Любой бизнес начинается с идеи, однако важно ее правильно сформулировать. Программа «Азбука предпринимательства» нацелена на обучение и разработку собственного бизнес-плана и его дальнейшее развитие, а в итоге – открытие своего дела. Бизнес-план заключается в том, что они разрабатывают некую дорожную карту по планируемому бизнесу, минимум на полгода, с расчетом экономики, расходов, доходов, маржинальной части, с планированием бюджета по расходам на рекламу, маркетинг, пиар, продвижение и со своим позиционированием на рынке, с анализом конкурентов. Вот такие, да, базовые навыки, которые необходимо знать каждому предпринимателю, мы с ними разбираем. В зале те, кто только задумывается о предпринимательстве, и те, кто уже давно занимается бизнесом. У Дениса Жарникова вместе с братом строительный бизнес 2011 года. Рассказывает, что на обучающую программу пришел, чтобы узнать, как расширить бизнес. Хочется масштабировать бизнес без потери качества. Чтобы строить достойные дома, если мы вырастем 1,5-2 раза, и при этом качество будет такое же, то пусть такое и остается. Если мы также будем качественно делать и на всю страну, будет круто, но если там чуть-чуть мы вырастем, там 2 раза, это тоже будет большой шаг вперед. А Наталья Серебрякова более 5 лет шьет сценические костюмы, в основном для детских коллективов. Раньше работала в найме, но решила открыть свое дело. За подсказкой, с чего начать, пришла на образовательную программу. Хочется получить базовые знания в сфере предпринимательства, узнать, как привлекать клиента, как работать вот именно в маркетинге интересно. Ну и, насколько я знаю, когда заканчивается эта программа, есть некоторые интересные возможности. Этот центр предоставляет работу с наставниками. Начать свое дело решила и Лейла Равшанова. По образованию женщина-агроном. 2 года назад начала выращивать микрозелень. В ассортименте более 25 культур. Часть дома, первый этаж у нас обустроена именно под сити-ферму. Выделена отдельная вентиляция, микроклимат создан. И поэтому, да, микрозелень растет именно в идеальных условиях. В основном мои покупатели – частники. Это люди, которые следят за своим здоровьем, мамы с детьми. Очень полезно тот же самый горошек. Он вкусный, сладкий, его любят дети. Пожилым людям для укрепления здоровья. Как отметил губернатор Игорь Руденя, на одном из заседаний регионального правительства в Тверской области за 3 года в 2 раза увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Добавим, что это не единственная длительная образовательная программа центра «Мой бизнес» в этом году. Совсем скоро стартует еще одна, организованная совместно с деловой средой. Начинающих и действующих предпринимателей будут обучать основам предпринимательской деятельности, разработке инновационных продуктов, продвижению своего дела в интернете. Все подробности можно узнать на сайте центра «Мой бизнес» Тверской области. Обучение проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».